Кто сильнее, ястреб или дрон? Ответ на этот вопрос дает новый популярный на YouTube ролик. Хищная птица, смотрите, в полете врезалась в беспилотник. Поглядите, чем это закончилось. Ну, знаете, вообще хищные птицы нередко интересуются дронами в наше время. Обычно гигантские хищники не бросаются на беспилотники. Тем не менее, если бросаются, то это не попадает на камеру. А тут, представьте себе, такая вот удача. Вот посмотрите, как эта птица кидается на дрон, привлек он ее внимание. Не только людей привлекает такое. Итак, только год назад похожий случай тоже удалось отснять. Но тогда победителем из схватки вышел ястреб. Он улетел, а дрон разбился о землю. Теперь дрон не разбился, а все отснято, и мы можем на это посмотреть.